Расставаясь с городом Фикан, я хочу еще раз насладиться этой красотой. Это просто сказка. Такая потрясающая архитектура. Тут непременно нужно побывать. Это Бенедиктин-Клостер. Был в давние времена. Сейчас здесь находится музей. Дистиллерии, фабрика, которая изготавливает ликер по старинному рецепту, который был изобретен очень много лет назад. 27 трав. Вот у нас есть уникальная возможность насладиться этой красотой.